Так, продолжаем. Я думаю, что делать по много видео. Ну, где-то 4, там, 5. История. Раф считает себя лучшим среди черепах и вызывает тебя сражаться за главенство над черепахами. Тот, кто выстоял, сделай карафу, чтобы он понял, кто настоящий лидер. Я. Ну вот в мультике, он тоже Раф издевательствовал, что он ли лидер, он лидер. Ну если сам много мультики черепашки, это новые приключения черепашки ниндзя, новые черепашки там, сериал или мультик, не знаю, похож на сериалы, где там Бакстер Стокман такой другой, Шредер, мои друзья там. Вот там Рафаэль вообще издевается. О, отлично. Крутая. Я крутой. Лео крутой. Вот такое. Ну, как я сказал, в тот серии можно эти пропускать. Они бесполезны. Состязание пройдено. История Майка надоели комики, он ищет хорошего поединка. Тот, кто выстоял Майк, стал нетерпеливым и ищет спарринга. Так что, нокаутируй его. Это без проблем. Вот эти скидывай игроков с края уровня для быстрого побега. Мы эти знаем, да. О, Майке мне нравится. Ну, в этой игре нравится. Потому что в этой игре у него... Это... В этой игре у него очень много способностей и интересные, и он в этой игре очень силен. Ну вот, самое много мне не нравится Донни, он очень слабый. Ну как слабый, если кто-то в мультике видел серию, что Спентер говорит, что... Ну он дерется не думая, она драться не думая. Так что... Ну вот, мы не думаем, потому что мы не умные, а вот, свалим тебе. А я не знаю, как вот этот трюк делать у Майки. Я посмотрю из интернета. Вот, самый слабый. История. Дон не любит потасовки, но его умственные способности превосходят твои. Это дает ему преимущество. Тот, кто выстоял, покажи Дону, что твои кулаки бьют его мозги и проведи ему кулак. Отлично. Зону мы легко побьем. А, супер-пупер. Когда у нас же откроется специальный супер-комбо? О, отлично. Дом даже не смог меня побить. Один удар в руках. Ого! О, убежище черепах. История, чтобы пройти последнее испытание, ты должен сойтись с мастером Спинтером. Подержи 120 секунд. Да блин, зачем продержаться? Ты сразу, блин, убью и всё. Зачем продержаться еще 120 минут ждать? Я постараюсь его убить. Да легко, я его всегда убил. Я никогда не продержался к нему. Вот, можно его убить очень легко. Зачем продержаться? Столько минуты? 2 минуты. Хотя бы одну дали. Опа. А мы его почти убили. Ох! Да показывай свой трюк. Но это не такой уж и как который новый черепашки сериал или мультик там. Вот. Не такой. Это простой мультфильмы. Ну я привык уже к мультяшным черепашкам. Тут тоже мультяшным, но тут вот Донни, там Майк, Лео, Раф. Тут они какие-то нервные, на глаза смотрите на них. Они тут так нервные. Такие. Давай, вставай. Вот дали бы миссию за 1 минуту убить Бустинтера. Вот я и завершила бы.
автосохранение. Опять убежище. Ой, сори, как только спарик у руки закончил, пехотинцы появились в логе. Команда, которая выстояла. Помоги спринтеру выкинуть пехоту против зомби. Вот это будет весело, потому что я люблю, когда кто-то мне помогает. Вообще-то мы кого-то, мы спринтеру помогаем. Ну, это вместе сражаться класс. Ты мне побей, как ты смеешь? Я сам даже справился бы мастера спринтера. Да я ему помогаю, а не он мне. Сейчас использую свой супер комбо. Space, пробел. Ой. Space и плюс N. Баба. Вы не такой уж крутой, самый крутой у Рафаэля. Я вам покажу. Сплинтер, вы чё? Голова кружитесь у вас. Просто вас. Используйте свой суперкомбо. Отличный суперкомбо у Сплинтера. Вообще великолепный. Ну, у вот этих друзей ниндзя-футов тоже. Вот сильный суперудар. Вот сейчас можете... В любом случае, суперудар использовать свой. It's about time for action. О! А, я думал, у меня супер... Вот, ну классный суперудар. Давайте еще одну. За это на крыше можно не пройти, так что. О, вот это класс. Вот это я люблю. Тут будет это. Ну что сразу мечом? Что сразу? Можно было взять. Вот. У них не падают мечи, черт, я это забыл. Что у них не падают мечи. У них такие остаются. Пипец мне сейчас, пипец. Вот тебе, вот. А может коробки что-то здесь брать? А, не было там ничего. А может тут есть? Да блин, нет, мне надо брони, а то сейчас мне завалит мечом. Опа, а тебе я вообще... Вот, и второй раз я... Чёрт, я... Чё там остался? Я бежу. Да чёрт, нету ничего тут. Всегда открывайте коробки, тут может... Чёрт, ладно. Всё равно мало жизни. Отлично, сила! Вот это то, что надо. Отлично. Сила уже, суперудар. Да я уже всех выбил почти. А жизни там немного. Сила, не заканчивайся, сила. Сила. Нет. Ладно. Блин, зачем защита мне? Сейчас механический лапок. О! Супер. Быстро я бегаю, быстро я бегаю. Ой, сейчас бочку бросаю. Да бросай же бочку. Ну черт, закончился. Сейчас, кто забыл? Отлично. Давай механические лап. Техлонапа. А, техло. Механические. Тут. Тут что-то не называть нельзя, футами, а называют лапами. А, я сам возьму вот этот. Отлично! Мы его почти побили. Чё это птичка? Что за хрен? Чё за хрен? А птичку получил. О! Оружие! Чё-то там ничего не вышло. Вот сейчас можно подпрыгнуть. Вот, отлично. Промазал. Чекнул лапа. Черт, у него суперудар опять откроется.
Вот тут можно. И все. Так, но последний раз я записываю. Тут будет у нас хан. Будет легко. Фурфур, дракон, самый слабый. Слабее ниндзя футов. Смотрите.